принципе, тут можете посмотреть. Если мина не прилетит, будет все что хорошо. Что происходит? Лучше пытаются чуть пролезть. Здесь за лесополосой стоят цистерны. За цистернами уже их как бы опорная территория. Вот иногда малыми группами они нас провоцируют на огонь, чтобы вызвать, значит, координаты для минометного огня, для артиллерии. Малые группы ведут по нам огонь. Именно в наш район. Да? Да. Не лезь пока на. Понял? Сейчас я побыстрее. Аккуратнее, Сафина. Блядь, ты нам хату завалишь. Мордокол! Налево пошел! Следующий! Следующий, блядь! Руки за спину, мордокол! Налево пошел! Налево, блядь! Руки за спину, сука! Смотри, сейчас дам туда.